Всех приветствую. Сегодня 7 сентября. Погодка так себе. Ну, кому-то она может не понравиться, потому что идет дождик. Я, как всегда, в лесу за грибами шел. И так, прогулочка у меня. Сейчас дождик, он прекратился. Был реально сильный дождик. Немножко промок. Где-то на улице плюс 10 градусов. Пар идет изо рта. Может, чуть пониже, не знаю. Ну, вот такая сегодня природа красивая. Грибы есть. Не сказал бы, что их много. Много червивых. Вчера ходил в лес с женщинами. Позавчера, вчера был на кладбище. Вчера ходил в лес с женщинами. И они заблудились. Мы когда заходили в лес, говорю, вот та сопка, так они по дороге гребли ягоды. Говорю, встречаемся на той сопке. По тропинке топайте. Было их две. Одна 67, другая около 40 лет. Говорю, вверх топайте, я там буду ждать, что внизу там мошки, комары. А вверху там сухо. Ветер дует. Ну и, соответственно, зашел я туда, в лес, на сопку. Жду их. Обошел немножко, грибов посыпал, нет. Звоню. Они не могут меня найти, не могут понять, где они. Долго их искал и понял, я часа через три я понял, что они вообще на соседней сопке, судя по описанию леса, описанию того, что они видят, плюс еще самолет, вертолет на меня прилетел. Говорю, вот я стою ровно под вертолетом, они говорят, она, вертолет летит на нас. В конце концов я дошел до лэпа, который соединяет сопки, развел костер и говорю, идите под лэп, я там буду вас ждать. Ждал я, ну, часа полтора. Наконец-то они вернулись, меня нашли, обрадовались. Они хотели же домой. Я говорю, без меня вот не выйдет. Не выйдет, но это будет очень-очень долго. Вот такая вот история случилась. Сколько раз зарекался не брать женщин с собой в лес. Детей можно, дети как-то они более-менее ориентируются. А вот женщины теряются в пространстве. То есть вороны так. Тут вороны большие. Там гриб растет. Ну, я 100% уверен, что он сейчас даже червивый. Маленький гриб червивый. Как будто только как бы все началось. Вот такой он объеденный. Думал, короб конечно не будет из таких грибов. Вряд ли что наберешь. Опять заморозило. На меня идет такая дучка. Вот. Сейчас как реванет. Дождевик я не взял, я его редко беру.
пакет грибов я уже собрал. Ну, это считай, грибов. В принципе, для такого года неплохо.